Казахмыс поддержал всемирную акцию «Часть земли». Впервые предприятия холдинга час на час отказались от наружного освещения. Без подсветки оказались медиплавильные заводы в Жезказгане и Балхаше. При этом проведение акции никак не повлияло на производственный процесс предприятия. Отключив свет, медный гигант показал свое неравнодушие к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты. Поддержали акцию и другие административные здания и объекты страны, в их числе Акорда. Акция «Часть земли» проводится уже 15-й год. Казахстан подключился к ней в 2009-м. Ежегодно, в последнюю субботу марта, около 2 миллиардов человек на планете в 20:30 вечера по местному времени отключают свет в знак неравнодушие будущему Земли. К слову, в Казахмысе экологической повестке уделяют особое значение. Только за последние 5 лет на предприятиях холдинга выполнено более 2000 природоохранных мероприятий. Все для того, чтобы снизить воздействие производства на окружающую среду.